Удалось освободить еще одного россиянина с судна «Механик Чеботарев», которое с середины сентября удерживают военные в Ливии. Как сообщили в Министерстве иностранных дел России, ливийцы отпустили матроса Павла Магатина. Сейчас он уже находится в нашей стране, на территории Чеченской Республики. Именно благодаря личному участию ее главы, как отметили наши дипломаты, операция увенчалась успехом. Сам Рамзан Кадыров на страничке в соцсети сообщил, что переговоры продолжаются. Для этого в Грозный пригласили премьера непризнанного правительства Ливии. Его сторонники арестовали команду танкера. Кадыров считает, что в ближайшее время получится вернуть на родину весь экипаж. На минувшей неделе, напомню, смогли вызволить судового повара Наталью Ключникову.